Цена проезда на маршрутных такси в Люберцах увеличилась на 5 рублей. С понедельника на некоторых маршрутах с нерегулируемыми тарифами стоимость поездки теперь составляет 40 рублей. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Ранее основная масса перевозчиков в Люберцах разместила информацию о повышении тарифов в транспорте. Стоит отметить, что цена проезда на маршрутах Мострансавто с регулируемыми тарифами устанавливается правительством Московской области и регламентируется соответствующим постановлением. На них действуют все льготы, предусмотренные законодательством. А вот стоимость проезда на маршрутах с нерегулируемыми тарифами устанавливается перевозчиком самостоятельно. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.